Похищники вышли на полювание. Hello. Это, кстати, нормально. Так, вон на маршрутке какие-то. Какая-то маршрутка из них наша. А вы с Хасаном на квадроцикле едете? Два, один-один? Без понятия. А, два, номер комнаты? Нет. Да, да. Окей. Закрывать двери, да? Курс? Еще раз, Арафат, да. Мы стоим рядом Лефлемау. Кстати, какой тебе больше нравится? Леопардовый? Давай на желтый, ладно. Как зовут? Богдан. Фото? Бекраши, мэйби? Да. Короче, мы уже приехали на сафари. Блин, ну вроде ничего сложного. Потому что здесь темно сейчас, я думаю, вы ничего не видите. Так же самое, как я. Камера, видео. Меня посадили, короче, самого первого на квадроцикл. У нас все так получается, везде тупо самые первые. Арафаты закрутили первыми. Сели на квадроцикл первыми. Лер, заметила? Везде все первые. Парашюты, арафаты, квадроциклы. При том, что это все первый раз. Да, слушай, пожалуйста. How much? Сколько стоит? Это $4 и это $5. Лер, ты хочешь фотографию? $4.50. Не, мы нет, спасибо. Товар? Нормально. Удачи, Лер. Удачи. Можно, у меня пончик уже болит. Газовар? Ебать, их тут пиздец, штук 100, блядь. И оно еще едет, пиздец, какое количество. Этот мужик, этот сигарет, это потом кричат эхо. Все, понял. Сафари, ёб твою мать. Смотрите, рассветик на... Ёбану. Эхо. В горах тебя, понял? Я думаю так. Вау! Вау! Лера, ты как всегда. Уебала квадрика моего, блядь. Там верблюды, ёб твою мать. Не переживай, все кайфово. Посмотри, какие горы, какой видончик, сколько квадроцикла, ёб твою мать. И у меня тут, посмотри, у всех тут обычные красные, желтые, тупо стандарт, блядь, у меня нахуй. Luxury Estate. 5.01, ребят. 5.01. Мне кажется, это какая-то чайная церемония. When you touch me, it's so powerful, I can feel it. When you hold me, when you touch me, it's so powerful. $1. Покажите. $1. Я ужасна, я точно нет. А нет. Ты иди посмотри. Какая ласка. Я посмотрела свое отражение с очками вообще. Мы сейчас... Ого, еще рано до завтрака. Я думала, мы сразу приедем и на завтрак. Блин. Дель Марката? Есть? Да. Ты вот уже покаталась до дома в отеле. Почему я сразу это не снял? Как это оказалось носить в руках? Расскажи лучше сейчас, как это у нас оказалось. Короче, мы сидели... Сидели в автобусе, короче. Сидим мы в автобусе, ждем уже свое отправление. Открывается дверь, а Рам типа держит фотки и говорит, о, держи, типа, окей, бесплатно. $100. Они хотели вот это $1, вот это. Вот это $1 и вот это. Не, ну, блядь, девочка, за вот это надо больше, чем $1.
Конечно, можно подумать, что мы постоянно начинаем видосы с того, как мы жрём, там, что мы заебали. Ну, ребят, так и есть. Мы всех заебали, мы начинаем видосы, как мы жрём. Сегодня у нас на завтрак. Сегодня у нас на завтрак полный пиздец. Сегодня крайний день, как мы в Аль-Меркато. За сегодня решили наверстать все упущенное, за то, что мы не наверстали за эти 8 дней. Бросить монетки, фоткаться в бассейне. Короче, сейчас поймём. Сейчас поймём и включимся, да? Запухшие. Короче, мы выезжаем. Прикиньте, я в Шакамбовиче. Это как в шоке, только в Шакамбовиче. На часах, сколько тут, 4:30. Через 20 минут у нас уже выезд с отеля. Едем в аэропорт. У нас типа трансы. Мы прикольно приехали, прикольно уехали, ёпта. Давай постану дружку, конечно, иди сюда. Давай, ножки подняли, чтобы дорога была легкая. Ну, погнали. На ресепшн и до дому. Мы выезжаем сегодня. Новости, конечно, не самые приятные, но... Это покушать или что? Да. Ага. Прекрасно. Спасибо большое. А ну, давай где-то упадем. Ну шо, Эль-Меркат? Вообще, на самом деле, по-честному, я сбавил. Блин, типа, это было неожиданно. Смотрите, маленький анбоксинг. Бутылка воды. Ты видела? Два сладких. Одна... Это либо груша, либо гуава. И два сэндвича. Меркат. Ну, слушайте, ребят, будете в шарме отдыхать, идите-ка тут. Медведенко Артеменко. Благодарю Валерию? Да, да. Иди за мной, я покажу короткий выход. Лениво срака. Сейчас займут кращие места, и ты где-то точно, блин, капец. Короче, прошли только что всю стойку регистрации. Буквально за... Минуту, при том, что очередь была там, ну, человек под 100. Нас провели тупо за $20. Ну, мы просто с Лерой так посоветовались. Отдых должен быть отдыхом, и несмотря ни на что. Мы с собой принесли через контроль. Сейчас покажу. 600 миллилитров воды, при том, что допустимо только 100. Но единственное, тоже неприятно. У меня электрическая зубная щетка поснимает. Ее заставили вытянуть с батарейки. В итоге у нас вылет в 8:40, сейчас только 6:20. Нам еще ебло. Минимум 2 часа. И заплатила за $20. Да. Let's back. Two hours later. Ты? С камера? No. Yeah. Sorry. Жаришка. Тупо first. First. Мы сказали, все, это first. Кайфец. Переключаюсь на Легрию, потому что тупо это разряжено. Мы на этих же местах ехали, летели из Украины в Шарму. Теперь мы на этих же местах. Вот грязное окно. Это одно и то же. Грязное, мать его, окно.